Хорошо в Варне, когда есть солнце, но и когда дождь, у Бога все равно есть слово для нас всех. Аминь. Потому что Бог живой. И знаете, сегодня будет интересное слово. Это не просто слово из Библии, а это пережитая жизнь на протяжении 7 лет. Живые свидетельства, потому что свидетельство Божие, знаете, что это такое? Это козырь в наших руках, чтобы дьявол не увел. И неважно, какого мы возраста, приходим к Богу. Когда мы приходим к Богу, возможно, нам 60 лет, и у нас есть дети, а может, есть внуки, а может, мы являемся родителями, у нас есть родители и дети, а может, мы являемся просто детьми, и у нас есть родители и бабушки, и дедушки. Но у Бога есть определенный большой план на каждого из нас. Когда мы приходим к Богу, я думаю, все мы ликуем вначале, и наши сердца наполняются тем, что мы получаем спасение, что Бог нас любит, у нас есть Отец, Он появился, Он нашелся, или мы нашлись, как лучше сказать, Он всегда был. Но потом приходит такой этап в жизни, я думаю, у каждого из вас есть и был, что мы хотим, чтобы не только мы спаслись, а чтобы и спаслись наши родственники, наши дети, наши внуки, бабушки, дедушки. А потом понимаешь, что не только этот род должен спастись, а и двоюродные, троюродные. Ведь у Бога один род. Ну вот что нам делать? Мы это понимаем, мы хотим яркое желание спасти каждого. Хоть ты бери за руку каждого и тяни, да? Но Бог, Он хочет спасти. Он уважает нейтралитет каждого человека и выбор каждого. Но дьявол не хочет, чтобы они спаслись. Он не хочет отпускать этих людей. Так вот, что нам делать, когда нам говорят «нет», когда люди не готовы, и их сердца не готовы сегодня прийти к Богу? И тема моей проповеди – «Спасенные по вашей вере». Это значит не спасенный по вере, а спасенные люди. И их много по вашей вере. Наверное, начну с небольшого свидетельства, а может, и с большого. Как мы пришли к Богу? Важно понимать, что я и моя супруга, мы были молоды. Это было 8 лет назад. Тогда нам было там чуть больше 20 лет, и мы являлись самые младшие в нашем роде. То есть у нас есть сестры, которые на 7 лет, 8 старше. У нас есть родители, бабушки, дедушки у кого-то еще были. И мы самые младшие вообще. Самый младший из всех двоюродных и троюродных, я выходит. И, естественно, слово, которое часто мы говорим, ну, естественно, оно... Ну, кто его воспринимает? Ну, ты же младший. Куда тебя слушать, да? И мы через какое-то время... Так получилось, что пришли в бизнес, и наш наставник, он... моей супруге, так сказать, рассказал о Боге, посвидетельствовал о своей жизни, как она поменялась. А я к этому времени уже был готов после аварии, я понимал, что Бог есть. И несколько лет я благодарил Бога за то, что получил, так сказать, во время аварии я не пострадал, не умер, потому что это была серьезная авария, а всего лишь 7 ссадин каких-то. И когда моя супруга сказала, что Бог есть живой и надо идти в церковь, то лично в нашей семье, где была я и моя супруга, у нас 2 человека, мы поняли, не сопротивляясь, надо идти. Да, пришли мы к Богу, начали ходить, начали в церкви познавать Слово, да. А все для нас новое, интересное. И в какой-то момент понимаем, что, ну, у нас маленький сын еще был, мы начали ребенка оставлять у бабушки с дедушки. Ну, а сами в воскресный день на пару часов отлучались. И в какой-то момент наши родители осознали, что в церковь мы ходим. Ну, их реакция, конечно, не в ладоши было хлопать. Это вы же понимаете, что это люди, которые выросли с Советского Союза. Это сразу слово «секта». Это сразу спасение. Но наше спасение ушло несколько недель. Потому что была делегация. Сначала сестер привезли одна сестра, потом вторая. Потом мамы пришли.
А потом сестры и мамы пришли. А потом одна из мамы говорит: слушай, ну я с Сашей не могу разговаривать, потому что он постоянно улыбается. Но ты же послушай, вы не то что-то делаете, у вас там все заберут, квартиру заберут, это заберут. Да у нас не было ничего, собственно. Чего там бояться? И понимаете, это было накануне, стало известно перед самым моим днем рождения. Ну, как вы думаете, день рождения было? День рождения было, но в кругу моего сына и моей супруги. Потому что родители, они просто не пришли. Ну, как не пришли? Ну, не до этого было. Сын ушел, дочь ушла. Куда ушли? Надо спасать. И вот ты понимаешь сердцем, что спасешься ты, спасется весь твой дом. Но как и что делать, когда от тебя все отворачиваются? Представьте такую ситуацию. Приходим мы к родителям. Ну, обычно говорят: здравствуйте. А тут говорят: о, молодец, Алеша, хоть ты к нам пришел. А мы стоим, как будто нас и не видно. С одной стороны, по-мирски можно поругаться, конечно. Но слава Богу за мудрость пастора, который нам сказал правильное слово. Моя супруга обратилась и говорит: что нам делать? Ведь не было такого, не было никаких перечений до этого, не было прецедентов. А тут вот, вот так вот и все, и уже не дети вроде бы, уже и не родные как бы. И он сказал одно правило, что поймите, рано или поздно, ну большинство проходит этот этап. Когда мы приходим к Богу, ну все близкие начинают что-то делать наоборот. Вернее, не они, это дьявол пытается так настроить друг против друга. И он сказал, что вы все равно приходите к родителям в гости. Вы все равно любите родителей. Да, не поднимайте эту тему, не спорьте с ними на их доводы. Где-то промолчите. То есть такой путь смирения, полнейшего смирения. То есть делайте так, чтобы как будто ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло, потому что вы же ничего смертельного, преступления никакого-то не сделали. Никакого же не сделали. Самое интересное, ну мы так и делали, в принципе, на протяжении года. Но вот когда вот это была кульминация событий, спасения, у меня папа очень мягкий человек был, он такой душевный. И постоянно он любил, кто приходил с брошюрками в дверь, он с ними беседовал. Ну, ничего не брал, но беседовал. Так, на тему жизни любил беседовать. И его как шпиона отправили в церковь. Говорит: иди с сыном, послушай, что там говорят. Ну, отец пришел. Во-первых, встретил своего одного с завода работника, который работал раньше с ним. Потом второго друга встретил, который там бухгалтер. Послушал проповедь, пришел домой. Знаешь, мать, успокойся. Там все нормальное говорят, учат хорошему. Но все равно родители, то есть они вот, эта тема для них вообще никакая, и мы не настаивали, да? То есть одни как бы увидели, но все равно ну, были натяжные такие, ну, натянутые все эти струны души о потере сына, дочери. На самом деле это было приобретение для Господа, но для них сначала это было потеря. И вот мы уже год ну, к Богу пришли, мы, естественно, и покаялись, и водное крещение приняли осознанно. Наша жизнь как бы налаживается, и то, что у нас было в семейном проблеме, и это решается. Через год мы решили сделать венчание. Я не помню, как мы звали родственников, но вроде спокойно. Но факт то, что часть родственников пришла, а часть не пришла. Даже родители некоторые не пришли. Сестры некоторые не пришли. Но для нас было важно отдать наш союз с Богом. Для кого-то это было свидетельством, ну для кого-то опять непринятием, но наше дело было доверить Господу наши пути и пойти за Ним. И так получилось, что еще через год после венчания, то есть отношения они с родителями немножко менялись так, где-то утеплялись, но больше нейтральные, то есть все равно принятия такого не было. И так получилось, что через год мы вообще уезжаем в Болгарию. Уехали в Болгарию, и с одной стороны, вот мы много общаемся с людьми, хорошо, когда рождаются дети, есть бабушка, дедушка, они всегда рядом,
когда могут помочь, можно пообщаться, в принципе. А с другой стороны, когда говорят, хорошо, когда родственники далеко, тогда моменты, когда встречаются, они очень ценятся. И Оля сказала, моя супруга, что, наверное, у Бога свой план. И Он сделал так, чтобы мы были немного дальше, чтобы поменять и наши сердца, но и сердца родителей, чтобы их сердца, они, нас укрепить, а родители где-то переосознать. И давайте зачтем такое слово, Деяния 16 глава, чтобы понимали, что не просто на словах, свидетельство это сильно, но есть же и слово, которое, как говорится, по дорогам мы ездим по правилам дорожного движения, а в Библии есть слово, как мы должны вообще себя вести в жизни. Это правило жизни, одним словом. 16 глава Деяний, 25-33 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и к Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Как мы видим, все помнят эту ситуацию, да? Павла и Силу заковали в темницу за Евангелие, за благую весть, где они не грустили, они знали, что их Бог живой, что Он имеет силу. Они просто что делали? Они воспевали, молились и воспевали Богу, и оковы снялись. А страж, который увидел все это, он испугался. И единственный вопрос, который он задал, не то, как мне спастись. Ну, там было... Да, он задал вопрос, как мне спастись. Но что апостолы ответили? Что не только ты спасешься, а спасется и весь твой дом. То есть для оправдания в глазах Бога достаточно поверить в Господа Иисуса Христа. И если порассуждать над этим словом, то кто в его доме мог быть? То есть, да, он взял Павла и Силу, повел себе в дом. Мы понимаем, что этот стражник – это не мальчик 10 лет, да? То есть это воин, скорее всего, лет 35, под 40. То есть, возможно, в его доме есть и дети. Но также в некоторых толкованиях, комментариях написано, что в этом доме, понятно, была беседа, да, было Евангелие, были свидетельства. И в этом доме все, кто был в этом доме, и все, кто принял Евангелие, они призвали и спаслись. Даже если сосед забежал, послушал Евангелие, он спасся. Ну, я образно говорю, да? И вот первое такое слово, которое Бог дал – спасешься там, спасешься весь твой дом. Это было ободрением нам в Болгарии. И как Бог подтверждает это на практике? То есть я еще больше поверил в тот момент, что родные, они начнут когда-то, придет время спасаться. Приятно, конечно, видеть, когда, по-моему, вот только в церковь приходишь, и тут оп, твоя мама, папа, они тоже принимают Евангелие, а кто-то даже идет уже в библейскую школу, к примеру, учиться, а кто-то там уже рассказывать идет Евангелие. Но вот представьте такую ситуацию. Мы договорились встретиться с другом на Золотых Песках на пляже. И мы решили в воскресный день, поехали, думаю, ну, супруга говорит, надо встретиться. Я думаю, чего, у нас тут пляжи вроде хорошие. Приехал на машине, 5 метров от машины отошел, уже в море, в принципе. Ну, поехали на эти Золотые Пески. Во-первых, дороги там были перекрыты. Я думаю, что мы туда едем?
Потом Оля звонит нашему другу и говорит, ну все, мы приехали, давай выходи. А он говорит, знаешь, мои дети вчера вот загорали, и я как бы, и мы немного подгорели, поэтому мы сегодня не пойдем. И мы думаем, и что мы приехали? С ребенком, потом тащились там в обход как-то по ступенькам к этому пляжу. Ну, пришли к пляжу, ладно. Ну, раз уже приехали, пойдем плавать. Ну, как местные варненцы, мы же на пляж приходим как на свой. Приходишь, покрывало, на первую линию. А тут к тебе приходят и говорят, ребята, вы что-то попутали? Вот здесь деньги платите, зонтики, лежаки берите, огорожено. Ну ладно, типа идите дальше. Ну взяли покрывало, смиренно пошли. А я поплавал, потом Оля поплавала. У нас еще Злата, получается, родилась. И ей был... Еще годика не было. Или был годик? Не помню. Не было годика, он маленькая совсем был. И тут я слышу сзади... Ну, как сзади, в метре от меня, я со Златой сушусь, греюсь на солнышке, в метре от меня три женщины возраста 55-60 лет. Но обычно я вообще не разговорчивый. И тут я слышу, они разговаривают втроем, три подружки приехали, так сказать, отдохнуть в Болгарию и думают, что им на Новый год делать, куда поехать. И тут меня так за язык что-то потянуло, я говорю, слушайте, едьте вы в Доминикану. Ну, я думаю, они не сразу поняли. Я знаю, знаете, где это? Они говорят, нет. Я говорю, ну вот там вот, поближе к Мексике, получается, 10 тысяч километров пролететь. Говорю, там шикарно, говорю, зимой, там много русских, ну и россиян, и украинцев, и белорусов прилетают на зиму просто и живут там. Ну, слово за слово, короче, начали общаться. Потом о детях что-то, о жизни они начали говорить, спрашивать у меня. И потом одна из женщин, самая активная такая, как шпион была, одним словом скажу, она тут мне говорит, а вы, говорит, чем-то, а вы случайно не эти? Интересный такой вопрос задается на пляже, вы случайно не эти, да? Я говорю, кто эти? Ну, говорит, ну эти, верующие. Я говорю, а в каком плане, ну, хорошем или плохом? Она говорит, да не, в хорошем, вы, говорит, как это, как мой сын, как жена моего сына, вот спокойные, общительные, правильные мысли у вас. Я говорю, ну да, мы христиане. Вот, она говорит, начинает спрашивать, а вы православные там, такие, такие. Я говорю, да не, евангельские, христиане, обычные. И потом в итоге, говорит, слово за слово, она, ну понятно, атеистка, да? Не любит верующих, ну как, любит и не любит верующих. Но ей стало интересно, я говорю, у нас есть здесь церковь для русскоговорящих. И вы можете вот в воскресенье приехать к нам, или мы можем за вами заехать, забрать и привезти в церковь. Там даже и подружек, она говорит, ну если вот подружки поедут, тогда я поеду. Ну подружки, естественно, они быстро слились. Но она бодрая такая, Оля ей просто перед фактом позвонила, говорит, ну что, вы едете? Говорит, ну автобуса я не знаю, я поехал за ней в итоге на машине. Приехал в церковь, она такая послушала и слово, и прославление, все понравилось, с пастором познакомилась. Все интересно. И в итоге на обратном пути, как выяснилось, мы ее завезли тоже после церкви, как выяснилось, у нее сын пастор. Уже не первый год. А она принципиально говорит, я не хожу в их церковь и не пойду. Но в итоге мы общались, и за минут 10 до выхода с машины она произнесла слово молитвы покаяния, и мы на этом расстались. Я записал телефон на всякий случай, но вдруг что-нибудь понадобится. И решил через год, ну, может через полгода, через год, уже не помню, да, мне свидетельство, позвонить сыну. Звоню сыну и говорю, ну, как ваши дела? Я говорю, я Александр, говорю, сварный, тоже, говорю, верующий. Я говорю, как ваша мама? Он говорит, мама? Мама хорошо, дает трубку маме. Говорит, а мы сейчас у сына в гостях, а мы сейчас, там у кого-то день рождения было. Человек вдохновленный. Она, ну, я так понимаю, она и в церковь пошла к сыну. И вот это вот свидетельство для меня было откровением. Даже если мы находимся в 2000 километрах от дома, то если не мы, то Бог даст людей, через которых наши родственники придут к Богу.
Для меня это было тогда большим откровением, на котором мы стоялись и молились. И до сих пор. Это сильное откровение. Согласитесь, что если Бог сказал, что ты спасешься, то и весь твой дом спасется. Но как это можно мимо проморгать? Ну и, естественно, наши родители еще так. Они все равно до сих пор, часть из них, они холодные. И следующее свидетельство, то есть будет такие, это, вы же поймите, семь жизней, не один день. Это переживание. Но Бог, Он верный. И как я говорил о моем отце, он такой мягкий, доброжелательный был. Но и пастор же сказал же, делайте так, что как будто ничего не было. Любите родителей. И получается, через год, наверное, это мне было 31 год, в 2017 году мы поехали к родителям на лето. В мае думали, родителей соберем, а то они и так мало общаются друг с другом, там сестры, у всех же свои дела, свои дети. И так получилось, что свой день рождения мы праздновали в Беларуси. И прошел день рождения, все хорошо, общение, там шашлыки, там одно, второе, дети играются. И мне было от Бога побуждение рассказать, насколько, ну вернее, Бог мне положил на сердце и показал, насколько важно благословение. Ведь важно для каждого из вас, я думаю, иметь благословение от Бога, но и также и от родителей иметь. Когда все мы начинаем свой союз семейный, то родители обычно что? Приходим к родителям на благословение, да? Так, и получается, я встаю, самый младший, я же все равно младший. Взрослые-то тоже растут, и братья и сестры-то не стоят на месте. Самый младший, начинаю речь о благословении, о жизни. Родителям благодарность. Я действительно тогда наполнился любовью и понял, что родители, каждый родитель, нам важно понять, когда мы росли, даже если где-то у нас там не было того, что было у друзей, или когда-то времени не хватало родителям уделить из-за работы, да, потому что у них другой этап жизни был. Но я понимал, что родители, они всегда стараются для своих детей дать что? Дать самое лучшее, что они имеют. Естественно, их сердца после этого были расположены. И, ну, конечно, не все так было гладко. Я видел реакцию старших сестер, когда я начал говорить о благословении. Для многих это понимание денег, да? Я говорю, отец, благослови меня, да? Что могла подумать старшая сестра? Она подумала, что-то у старшего, ой, у младшего может какой-то план непонятный, что-то он хочет отделить. В итоге я смотрю, она встала там, отошла, там еще что-то. Ну, что-то непонятное творится. Но в итоге, слава Богу за маму. Ну, папа слушал, он воспринимал сердцем, а мама внимательно слушала, я добавлю. Она внимательнее слушала. И говорит, ты слышал, что сын сказал? Он говорит, слышал. Ну вот, иди благословляй. Ну, в итоге благословил, и мы уехали. Это была, наверное, первая моя проповедь в кругу семьи на свой день рождения. И самое интересное, что в том году у нас и в бизнесе были свои вопросы, и на отдых хотелось. Так хотелось поехать в Доминиканскую Республику, о которой я говорил тем женщинам, потому что мы, когда повенчались, на 2 месяца уехали туда жить. И у моей супруги было... ностальгия, что ну там вот ну, приятные моменты, да, были. Вот эта вот красота. И так хотелось, но вот почему-то не получалось. И лично мне Бог дал другое видение в сердце. Он сказал, что можно не полететь в Доминикану, но у вас, говорит, в бизнесе будет другой этап. Ну так и получилось. А потом, мол, на отдых на следующий раз ездим. Но Бог сделал еще чудеснее. Понятно, у нас в бизнесе произошел рост. И мы что делать летом? Ну, в Доминикану не полетели, но поехали опять к родителям. Как бы Злата, дети растут, важно ж, бабушки, дедушки хотят и внуков посмотреть, ну и нам как бы пообщаться. И обычно приезжаем к одним родителям, ко вторым родителям. И к моим, как-то, и к моим родителям получалось как-то меньше заезжать. Ну, не знаю почему, но получалось так.
мы же все равно стоим на откровении, что спасешься сам и спасется весь твой дом. А вот процесс почему-то, мы его не видим, он вот как-то не идет, да? И да, мы остались там на несколько ночей у моих родителей. И перед самым концом почему-то зашла речь о вере, о спасении. Моя мама, я предлагаю, говорю, ну давайте помолимся, да и все. Как бы, ну, для меня это важно. Мама говорит, меня не учили молиться. Ну, в Советском Союзе что учили? Учили, наоборот, отказываться от Бога. Типа, меня не учили молиться. Папа говорит, ну, как бы и да, и нет, но на маму смотрит, и как бы и тоже не идет. Ну, и в итоге, слава Богу, за жену, потому что мы единая плоть. Все, кто муж и жена, единая плоть, согласны? И она интересную фразу сказала. Минут за 15-20 до отъезда. Она так и сказала, Евгений Николаевич, а что вам это стоит? Прочитать всего пару строчек. И он зашел в зал, где мы были, я там вещи уже брал. И я схватил эти тоже слова Ольны, говорю, пап, давай помолимся. И в итоге отец согласился, а мы вместе молитву покаяния прочли, обнялись в единстве, в радости, и действительно, это были одни из самых теплых моментов, которые, вот я помню об отце. Ведь мы не знаем, что впереди. У каждого, как говорится, даже люди не верят в Бога, но постоянно говорят, мы не знаем, сколько Бог нам отмерил жить. Не верят, но говорят. Вот и я не знал, что будет впереди. И через полгода, обычно ж мама не звонит, ну или папа там первый. Не, ну бывает звонят. Но у меня родители как-то скайпом не очень пользуются. И в итоге, когда я детей завез в школу, в садик, Оля уехала, так сказать, на тренинг в Москву по бизнесу. Раздается звонок, и я уже не поднимаю, я понимаю, что мама звонит не просто так. Так получилось, что ну, несчастный случай, хотя у отца был еще запас, как говорят, прочности лет на 20 вперед о жизни. Но Бог меня давно подготавливал о том, что, знаете, я в самом детстве боялся умереть. Вернее, не то, что боялся, я не знал, что будет дальше. Я уже в возрасте 80 лет, когда ложился спать, смотрел в потолок и думал, ну, тогда много разных мыслей. Я Бога не знал. Думаю, а как это люди вот говорят о перерождении? Я думаю, что, в котика превращусь, что ли? Или там в букашку, в бабочку, в травку? Вот такие вот мысли, они приходили. И страх вот детский он был. Даже сегодня я смотрю, ну, год назад Алеша говорил, мам, пап, я так боюсь, вот, что вы умрете, как бы, а мы остались. Я не хочу, чтобы вы умирали. Но когда к Богу приходишь, понимаешь, что этот этап временный. Рано или поздно это все равно произойдет. И куда мы пойдем, это важнее, чем во сколько человек уйдет. В 40, в 50, в 90, в 120. Конечно, хочется побольше, да, побыть здесь может. Ну, конечно, в правильном помысле делать еще все. Вот, и слава Богу за церковь, которая поддерживала тогда, помолилась. Я не любитель таких похоронных процессий. И Геннадий просто сказал, говорит, тебе надо быть там. И супруга звонит, говорит, что мне делать. Тренинг как бы к концу подходит, но мне самолет обратный куплены уже в Варну. В итоге мы отменяем, покупаем билет ей на поезд, а сам думаю, как мне вообще добраться. И, ну, слава Богу, Бог усмотрел путь, я не буду его рассказывать, и он и дал и слово, и побуждение, письмо, которое надо было прочитать тем, кто будет на похоронах. И, наверное, до дороги мы писали пастору Белорусской церкви, мы понимали, насколько важно людям услышать Евангелие, которое там находится, потому что их сердца, они очень чувствительны в тот момент. И слово, которое можно посеять в их сердце, оно дает гораздо больше плод, когда у них все хорошо. И мы позвонили пастору, мы не знали, когда будут похороны.
И пастор говорит, ну, если это не воскресный день, то я приеду, да, без проблем, но если воскресный, не получится. И тут я узнаю, что в воскресный день будут похороны. Естественно, пастор говорит, Саш, я не могу приехать, и я думаю, и что мне делать? Ну, не просто так ехать, но Бог, Он постоянно вот подготавливал и взращивал, получается. Он давал крепкую веру, что, во-первых, полгода назад, почему крепкая вера пришла? Отец покаялся. Я имел эту радость и веру идти. Если надо было, ну, хорошо, я не знаю, что там делать, но ты, Господь, веди. И вот представьте, что, как я себя чувствовал, когда ступил на родную землю после 32 или 6 часов дороги. Ну, бодрый относительно был. Бог давал силы, сверхсилы где-то. И помните мультик про мамонтенка? Помните? Как он там про маму пел на льдине, а льдина все меньше и меньше. И вот я помню, когда с поезда я выхожу, я чувствовал где-то в душе, снаружи, может быть, таким мамонтенком, маленьким, серым, промокшим и не знавшим, что делать. А с другой стороны, внутри я чувствовал себя как лев. Лев — это кто? Вот «Хроники Нарнии» смотрели? Очень хороший фильм, для детей хороший, христианский фильм. Ну и лев, мы понимаем, он царь зверей. Но если ты внутри как лев, то в тебе и царь всего? Внутри дух царя, и это важно. Святой Дух, когда наполняет, это дух царя, дух Господа. И вот представьте, как этот мамонтенок, да, навстречу мне идет супруга, родители ее тоже, они меня встречали. И я иду, как этот мамонтенок, но в душе как лев, и вообще уже не по льдине, а по воде, просто, ну, доверился Богу, думаю, все, Господь, веди, я не знаю, что делать, что мне говорить, зачем я там вообще, ну, нет уже человека, чего уже подделаешь. Самое интересное, что это напоминает, как элитное подразделение, знаете. Тебе говорят слово «соболезнование», а ты не расстраиваешься. Ты все равно имеешь крепкую веру и радость о том, что отец ушел на небеса, твой близкий ушел на небеса. И ты знаешь только, видишь цель, что тебе надо что-то делать. У тебя есть начальство, у тебя есть Господь. Ну, я образно скажу, начальство, да? Он тебе дает слово, веру, крепость. И если мы доверяем Богу, то мы что? Мы кто? Мы сотворцы. Согласны? И Бог делает через нас. Он сказал, что буду делать через вас. И то, что делал раньше, и те чудеса, которые делал Иисус Христос, Он будет делать через нас. Для некоторых дел, как вы видели, слышали по свидетельству, Бог может дать людей, которые могут и слово сказать, и сделать работу. А для некоторых, так сказать, дел, Он может доверить только вам. Потому что Он не может эти дела доверить другим. Я не знаю почему, но Бог знает нас. Он знает наши сердца, Он знает, что если Господь доверяет какой-то для тебя план, то Он даст тебе силы пройти и сделать это. Поэтому это не секрет, что если Бог доверяет, придется нам делать. И самое главное, что у нас есть выбор. Да? То же самое, когда Бог призывает нас к себе, человек может сказать, да, Господь, я принимаю тебя, а человек может сказать, нет, я не принимаю. Так и здесь. Или либо мы принимаем поручение Божие и идем, либо мы, к сожалению, сливаемся, отказываемся. Ну, что, конечно, очень печально. На самом деле это просто дьявол сеет сомнения, он сеет страх, что у тебя ничего не получится. Но помните то, что наш Отец, Господь, какое Он имеет мнение о нас? Иисус что говорил? Что мы не рабы, не просто дети, мы Его лучшие друзья. То есть у меня тогда был четкий холодный расчет, без эмоций. Я шел как на какое-то спецзадание.
но не понимал, зачем. И как вы знаете, это было благословенное время. Наверное, я тогда был одним из самых счастливых людей, который там присутствовал. Конечно, с одной стороны, печаль, что отца не увижу. С другой стороны, радость, что он ушел в нужное место. И вот это свидетельство, оно до сих пор, вот Бог утверждает его во мне. Мы недавно опять были в Беларуси в этом году. И время, конечно, было трудно планируемое, там не получалось со всеми встретиться. Но Бог усматривал встречи так, что в один день умудрялись с тремя людьми разными встретиться. И в итоге встретились с пастором. И пообщались как бы о жизни. И я, конечно, понимаю, что пасторское дело, оно очень серьезное. Это ответственное дело, которое доверено Господом. И я понимаю, что дьявол, он может насеять разное семя. И, возможно, вот я просил же пастора, да, там, побыть на похоронах, что дьявол мог что-то посеять. Вот, ты отказал, а сам пошел там слово, которое, ну, спасенных овечек пастить. И я думаю, расскажу я свидетельство пастору, развею вот это вот, чтобы не копилось там нигде ничего. Ну, думаю, а вдруг? Ну, вот он мне не говорит, а вдруг что-нибудь да подмоет там? И мы же не знаем мысли людей, да? Я рассказал ему свидетельство, говорю, что Бог усмотрел и нужное время. Помните, когда проповедь говорил о письме, о похоронах этих, я говорил, что Господь, мне нужно только одно – нужное время и максимальное число людей. Это похороны, похороны проходили в сельском доме, получается. Родители из города уехали. Ну, естественно, дом небольшой, люди заходят, посидят, уходят, кто-то на улице, мужики там курят, ну, это февраль месяц, вы представьте. Где-то ветер там, Беларусь такая пасмурная обычно. И мы приехали на кладбище. Когда батюшка сказал, ну, вы можете сказать слово, там близкие, родственники, никто не вышел сначала. И вышел один работник, сказал, ну что мы можем там? Ну, это хороший человек, действительно, он был как отцом на заводе, ну, он очень ответственный был. И потом я просто беру слово, и самое интересное, я смотрю, что ветер, ну, пока стоял там, думаю, ветер, там мужчины общаются, там где-то суета, какой-то шум. И тут выходишь, наступает полная тишина. То есть такое чувство, вот Бог в прошлый раз, ну, свидетельство, когда было, даже Андрей, помню, говорил, что Бог может время остановить, да? Когда даже солнце и луна, они остановились. Так вот, то же самое Бог может и ветер остановить. То есть ветер остановился, все замолчали. Я прочел письмо, которое Бог мне дал в самолете. А потом в конце слово покаяния на 70 человек приблизительно. И я верю, что ну, две трети точно его произнесли. И когда я это рассказываю пастору, у него, конечно, другое видение, другой опыт. Он лишь сказал, вот эта ситуация, она нестандартная для как бы Беларуси, ну или для их церкви, я не знаю. Обычно принято приезжать на похороны, как бы там помолиться, ну сказать какое-то общее слово и все. А тут к покаянию. И он лишь одно сказал. Знаете, какое слово он сказал? Кто догадается? Ну, почти. Это было позже. Он сказал, ну, вы даете. Еще и проповедуете на похоронах. И я понимаю, что это же не мы такие крутые, согласны? Это все Божья слава. То, что он дает силы идти, да, на похороны к дорогому человеку, в котором в том году покаялся, которого ты любишь, идти к нему на похороны и говорить слово в вере и в радости. Самое интересное, в радости. И вот это и встреча с пастором, как бы, да, мы развеяли всякие там, ну, чтобы дьявол не насеял ненужного семени. А во-вторых, Бог мне еще подбодрил и сказал, что... Ну, я утвердился в том, что Бог, который в нас, Он силен.
И он очень силен. Аминь. И я скажу так, что когда Бог дает нам веру в каком-то деле, и мы за нее хватаемся двумя руками по вере, то ничто не сможет это украсть из наших рук. Потому что это, во-первых, Божье, а во-вторых, Бог нас сам ведет. То есть я был действительно тогда очень счастливым человеком. Но самое главное, что отец, конечно, не первым был, кто покаялся в нашей роде, так сказать. Да? Мы же замахиваемся не только на, чтобы наши дети были спасены, чтобы наши папы, мамы. Сначала там моей супруге мама покаялась, ну, кто-то еще там сопротивляется. Но их сердца, я смотрю, они уже по-другому относятся. Никак, не так, как когда мы пришли, спасали нас. Они уже наше мнение начинают принимать, потому что мы другие. И написано в Библии, что тот, кто принимает Иисуса Христа, он другой. И для мира он совсем другой уже будет. И самое интересное, после похорон, были общения также с сестрами тогда, да, было время пообщаться. И мы смотрим, насколько их сердца начинают открываться через проблемы, через ситуации. Время идет. А тот, кто с Богом, поверьте, у них жизнь совсем другая. Тот, кто без Бога. Я думаю, у многих есть родственники, которые без Бога живут, или друзья. В их жизнях странные вещи происходят, порой необъяснимые. И когда мы общались с моей родной сестрой вечером по душам, она заговорила о семье, о трудностях. И когда моя супруга спросила, а хочешь, чтобы мы молились за вашу семью? Какой ответ был? Она сказала, конечно. И притом с такой с радостью, чтобы за них молились. И она говорит, знаешь, я уже и Отче наш перед сном читаю. То есть люди ищут для себя ответы. Неважно, я верю, что Бог есть в любой церкви. Мы не играем в религию. Бог, Он живой. Я верю, что люди и в католической церкви спасаются, и в православной тоже есть люди, которые прилепляются сердцем не к свечкам и мощам, а к Иисусу Христу, к Его лику, и там спасаются. И поэтому церковь, она единая. И самое интересное, что ко второй сестре тоже пошли, у нее другие трудности. Хочешь, чтобы за тебя молились? За вашу семью? Да, хотим. И летом тоже поехали к тете, к Ольной тете. И давно тоже не были, она Злату нашу еще не видела маленькую. И самое интересное, что видим, что тетя, она вот кашляет. Говорит, слушай, я уже не могу, вот кашляю уже какое время, несколько месяцев кашляю, кашля не проходит. И Оле стало действительно, она начала переживать это. И куда-то муж ушел. И Оля такая, давайте помолимся за вас. И тут я пока сидел, что-то в своих мыслях, я через полминуты понимаю, что они уже молитву покаяния произносят. И самое интересное, беседа действительно была теплой беседой. И тут тетя ей говорит, слушай, Оля, а твоя молитва работает? Говорит, мне вот что-то лучше стало. Говорит, что-то у меня вот это отпустило, говорит, и тепло как-то внутри. Бог работает, Он же сказал, что будут чудеса. Они есть, их просто заметить надо. Это когда, для меня это тоже было переломным моментом, да, про чудеса, что про чудеса надо научиться в простом. Когда у нас есть сила как бы это сделать, но вот люди говорят часто, о, тебе повезло, или это удача. Нет, ребята, это не удача, это Бог делает все. Чудеса, они есть, их просто надо замечать. Когда человек говорит, у меня все плохо, у меня нет ничего хорошего, так просто в простых вещах не видит хорошего. А оно есть. И вот получается, с тетей общались, а потом Оля говорит, ну, дядя Валера, давайте вот тоже, ну, помолимся за вас, хотите? Он говорит, не, я пока не. У каждого свое время, я понимаю, конечно, Бог, Он долготерпеливый, ведь Он каждую минуту, каждую секунду стоит у дверей закрытых и ждет, пока ему откроют, когда сердце человек распахнет.
И тут тетя говорит, начала нам истории, ну, о родственниках заговорили. И тут начала об одном родственнике, говорит, а вот, а он потерял жену, но он работает на скорой помощи. И он говорит, столько нам о духовном рассказывает. Он говорит, православный. Говорит, ну если бы вы встретились, вам бы было интересно. И она начала истории рассказывать. И то, что он им рассказывает, получается, это человек со стороны, то есть не мы говорим, но Бог дает людей свидетельствовать. И этот человек сеет, сеет, сеет. И когда, ну, пересекаются такие моменты по вере, тетя говорит, да-да-да, да-да-да, а он нам об этом говорил, он нам об этом говорил. А он в скорой помощи там такое видит. И самое интересное, вот свидетельство скажу, что врачей же много, но верующих, они у Бога на особом счету. Геннадий много об этом говорил, что верующие врачи на особом счету. Ой, извиняюсь. Так вот, есть больные, ну, естественно, в возрасте такие, которые, говорят, звонят начальству и говорят, вот нам плохо, пришлите нам врача. Говорит, ну, свободные есть только вот эти. Ну, фамилии другие называют. И это, ну, пациент говорит, нет, мне, пожалуйста, вот он освободится, вот он потом пусть приезжает, ну, пусть завтра приезжает. То есть, потому что там, где ступает нога праведника, там и ступает чья нога? Божья, Иисуса Христа. Там написано же, где ступишь, там и я с тобой. И давайте дальше к слову Коринфянам. 1, 2 глава, с 4 по 11 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудростью Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». И я подчеркну самое важное здесь слово. Из этих всех свидетельств вы поняли, что да, вот первое свидетельство об очень хорошей женщине, оно веселое было. Но я думаю, сын не ожидал, как произойдет спасение его матери. Он знал слово, но мы не знаем, какой час, какое место и где. То есть написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. О свидетельстве об отце, да, очень явно видно. В один день мы просто не полетели в Доминиканскую Республику, а поехали к родителям, чтобы отец покаялся. Я не знал, что впереди будет. А в другой год, через полгода, отец ушел на небеса. Так что важнее было, на отдых поехать или к родителям? И важно действительно, ну, и слышать Бога, и где-то смиряться, потому что Бог смиренным дает благодать, и Он действительно желает лучшего. И я себя ловил на мысли, а что было бы, если бы отец не покаялся и ушел? Что бы я чувствовал, если бы я знал, что насколько важно спасение, но не успел бы? Знаете, лучше бы он... Ну вот я читал в письме, что я хотел там отцу машину подарить новую, чтобы они в гости приехали, но не успел. Но самое главное, Евангелие успело до него дойти. Поэтому Бог, Он самое лучшее готовит. И далее по стихам. Вы знаете, что когда мы становимся на путь спасения, несем слово, говорим, следуем за Христом, то
конечно, спасение – это большой подарок от Бога. Но на пути Бог еще приготовил массу благословений для каждого из нас. И самое важное – принять путь, идти или не идти, делать или не делать. Потому что только Бог знает, что Он приготовил для нас. От нас требуется только смирение и доверие. Да? Вот в Коринфянах четко написано то, что мы не можем, 11 стих, что никто не может проникнуть в мысли другого человека. Он не может понять. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, ибо и живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. То есть, когда мы принимаем к Иисусу Христу, мы понимаем, какие благословения могут быть у нас, по какой причине. Потому что Дух Святой открывает их через Слово. И Геннадий очень хорошее в начале слова сказал, что «Паша, у тебя было очень хорошее слово написано на Библии». Потому что это не просто да, том очередной, как говорят, «Войны и мир», к примеру. Это те благословения, которые приготовил для нас Господь. И все, что там есть, там действительно все есть. Нам просто надо принять, понять и начать этим пользоваться. Той властью, которую Бог дал. Ведь люди страдают, даже верующие страдают. Поверьте, даже все, каждый из нас, и мы иногда пропускаем, потому что не знаем основания, которое Бог нам дал. Но когда мы знаем, что спасешься ты, спасется весь твой дом, и мы стоим на этом основании. Это Божье обетование, обещанное. Значит, быть этому. Главное, чтобы мы не ослабели. Сохранили эту веру. Но у нас есть Дух Святой. Это важно. Который всегда нас подбадривает, который нас укрепляет и из мамонтенка делает элитное подразделение. И поэтому я скажу, что секрет, что будете идти, каждый, кто следует за Христом, будет благословение, будут чудеса. Их просто надо принять и поверить. Если раньше это делали, Иисус Христос сказал, что и вы будете это делать, значит, будем это делать. Возможно, в глазах родственников, друзей, они покрутят у виска, но что важнее сегодня? Мнение людей, либо мнение Бога. Конечно, хорошо иметь друзей, но я заметил такое, что когда мы приходим к Богу, одних Бог убирает, которые не готовы, а других прикладывает. Окружение, оно меняется. Вы никогда не останетесь без друзей, потому что самый лучший друг, он всегда с вами, Иисус Христос. И далее Римлянам 10 глава. 9-10 стих. Почему? Я тоже относился вот на похоронам. Я думаю, что две трети все равно они проговорили. Да пусть даже, ну хоть даже один проговорил. Хотя, ну я слышал, что люди проговаривали. В Библии что по поводу этого написано? Я понимаю, что бывают такие споры, что надо или не надо человеку говорить слово покаяние. Да? Вот он сегодня неуцерковленный, а вот говорить или нет? Но мы должны понимать, что в Библии сказано, что один сеет, второй взращивает, третий пожинает. Мы не можем молитвы покаяния там, оп, чтобы он сразу уже и в церковь, и служение, и прилагал спасаемых. Для кого-то надо много семян посеять. Кому-то призвано сразу покаяться и прийти в церковь. Кому-то еще и служение перенять какое-то. А кому-то суждено поверить и уйти просто в рай, получить спасение. Представьте, что было бы, если бы были все пастыря в мире. Итак, в слове, что мы... Так, я читал или нет? Нет, не читал. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то что сделаешь?» Спасешься, потому что сердцем верует к праведностям и устами исповедует ко спасению. То есть что мы видим прямым текстом? Как говорится, у нового
2000 лет своим языком разговаривали. Но давайте вот более таким близким языком расскажу. То есть то, что мы, прямым текстом написано, говорим своими устами, своим ртом, что мы произносим слова, или прямым текстом говорим, что Иисус наш Господь, да? А в сердце появляется от этого вера, которую мы принимаем, что Иисус наш Господь, что Он страдал, что Он заплатил за нас, что Он в нас, то какой вывод? Что мы спасемся. Не бойтесь дарить молитву людям. Сегодня вы подарите, завтра еще какой-нибудь прохожий подарит, а послезавтра этот человек придет в церковь. Андрей увидел и сразу вспомнил его свидетельство. Ведь спасешься ты, спасется весь твой дом. За него отец молился, да, Андрей? Да? За тебя? Не? Да ладно. Поэтому нам важно молиться за наших родственников. И у нас есть вся сила их отстоять. Главное не упустить этот момент. Пусть Господь движется. Слава тебе. И чтобы было не напрасно, давайте мы помолимся. И помолимся за наших родственников. Возможно, кто-то это слово первый раз слышит, Евангелие, кто-то по телевидению нас слышит. Кто-то слышит нас по телевидению. И знаете, что Бог каждого хочет спасти. И Он стоит у двери нашего сердца, и Он ждет, чтобы мы открыли Его и пришли к Нему. К нашему любимому Отцу. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Мы приходим к Тебе. Мы верим, что Ты страдал за нас, что Твоя жертва была не напрасна. Мы верим, что Ты был распят. Ты умер и воскрес. Ты сел одесную Бога. Ты омыл нас своей святой кровью. Мы просим Тебя, Иисус Христос, войди в наше сердце. Сделай нас такими, какими Ты хочешь, чтобы мы были. Веди нас во имя Иисуса Христа. Мы признаем Тебя Господом и Спасителем. Мы также молимся за родных наших. Господь, действуй через наши руки, через наши уста. Мы верим, что Ты движешься. Ты движешься, Господь, и прикладываешь нужных людей для спасения всего человечества, Господь. Ты хочешь, чтобы наши родители, дети, они были спасены, Господь. И мы стоим на этом твердом основании и просим Тебя, Иисус, делай через наши руки, Господь. Мы все отдаем Тебе. Пусть Твоя слава, она воссияет в наших семьях, Господь. Пусть Твои свидетельства, они наполняют этот мир, Господь. И Твоя слава, она идет по этому миру, Господь. Мы верим, что Твое царство, Твоя сила, она прежде всего, Господь. И Ты имеешь всю власть над этим миром. Слава Тебе, Господь. И спасибо Тебе за те дела, которые Ты уже сделал, Господь. За тот путь, который Ты открыл для нас, Господь. За те обетования, которые Ты даешь нам в сердце, Господь. Помоги нам пройти этот путь, Господь, и не потерять, и не ослабеет наша вера во имя Иисуса Христа. Ты Господь наш. Аминь.